Калаш. Короче, к нам собачка пришла. Такая, забежала сразу в бокс, побежала к машинам. Мы думали, что-то странное. Короче, потом, Калаш, ты должен ее купить. А потом оказалось, что ее зовут Сильвия. Да, ее надо покупать, Калаш, срочно. Смотри, какая комплектация. Свеженькая. Ага, понял, окей. Ага, понял. Ага, понятно. Так, понятно. Миллион. Ну вообще неплохо, смотрите, даже монитор есть. Тонировка, кстати. Угу. Смотрите, 456 тысяч доплачиваете, и вы получаете на 16 лошадей больше. И мега эксклюзивный красный салон. Вот. А, но при этом вы лишаетесь мониторчика. И механика. А еще здесь карбоновый салон. Зеркала в цвет. Вова в придачу. И спойлер. А? Ты достаешься бесплатно. Крутяк, да?